С рабочим визитом в Иванове заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева. После встречи с главой региона и посещения третьей городской клинической больницы она провела совещание с медицинскими работниками, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Именно первичное звено, его работа, вносит огромный вклад в снижение смертности. Снижение смертности также вносит обязательно это межрайонные специализированные центры, например, сосудистые, травматологические, онкологические. Ивановская область включена в список 10 лучших регионов, где отмечены хорошие темпы снижения смертности в текущем году. Среди положительных тенденций – низкий уровень младенческой смертности 5,9 промилле. Однако, по словам замминистра, в регионе есть перспективы к улучшению и этих цифр статистики. Имея на своей земле НИИ, материнство и детство, федеральный центр, здесь младенческая смертность должна быть не больше 3 промиллей. Вот такой наказ даю Ивановской области. Замминистра доложила и о том, что в регионе стремительно снижается уровень смертности от онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы, а показатели смертности от туберкулеза в области почти в 3 раза ниже, чем в целом по стране. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.